Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте, да, не поверите, я вас подумала ровно, наверное, 2 секунды назад. Да ладно, а что это вы о нас думаете? А я так подумала, думаю, наверное, грин-карта моя скоро должна прийти. Вот, ну, вы ведьма, однако. Потому что... Поэтому и звоним поздравить вас все-таки. Вот видите, вы думали громко очень, и поэтому вас и одобрили, услышали. Да, я такая лежу, думаю, ну, по-любому должна прийти. Думаю, надо, ну, этот, надо путь Елизавете набрать. Елизавета решила не дать моего звонка, сама набрать меня. Сюрприз. Вот. Мы сделали это. Спасибо, спасибо, спасибо. Шикарная новость. Да, так что вот, поздравляю, так, к праздничкам как раз такой хороший подарочек. Ждем, когда придут, торжественно вам вручим. Так что с вас личная встреча в офисе. Да, обязательно, обязательно. Спасибо большое. Ну все, давайте, на связи, поздравляю. На всех троих пришла, да? Ну, а, еще не пришла, но одобрена. Да, одобрена на всех, на всю семью. А скажите, пожалуйста, а когда они должны прийти, чтобы мы это что, могли планировать, выехать на Новый год или нет? До Нового года придут. Обычно. А, так мы можем планировать, да? Да, ну, я бы подождала, но они нам дадут знать. То есть там напишут, когда пришлют уже по почте или пошлют по почте. Но обычно приходит в течение, я бы сказала, дней 10. Все, супер, супер, отлично. Ну спасибо все, супер. О, мой ангел с хорошими новостями. Да, спасибо, ну все, спасибо. Давайте, до свидания.